Итак, ребята, всем привет! Сегодня в 17:00 по Москве состоится очередной стрим по Elden Ring. Я начну на час раньше, потому что люди там с Дальнего Востока попросили, ну, пораньше провести стрим, потому что, ну, разница во времени слишком большая, да? Поэтому на часик раньше сегодня начнем, ну и, возможно, пораньше закончим. Что мы будем делать? Смотрите, получается, мы сейчас находимся вот здесь и вообще выполняем квест, связанный с девушкой, которой нужно принести, скажем, там, виноград. И получается, мы уже почти квест завершили, нам нужно попасть вот сюда, добыть еще один виноград, да, потом ее найти, и вроде квест завершится, если я ничего не путаю. В прошлой серии мы так не кисло прошли, там завершили тут частично, в этой локации некоторые данжи, там боссов убили. Потом спустились в подземный мир, в подземном мире там тоже наворотили дел, да. И сегодня мы пойдем уже на плато Альтус, оно находится вот здесь, как только завершим данный квест. В общем-то, приходите, еще раз повторяю, в 17:00 по Москве, буду вас ждать на Твиче. Ссылки в описании, давайте.